бы очень хотелось посмотреть, как все-таки креативный директор дома продолжит, ну, либо эту гранжевую стилистику, которую он начал в прошлом сезоне, которую очень многие ругали, не понимали, кто-то наоборот говорил, что это лучшая коллекция сезона. Мне интересно, он как бы возьмет тот же путь или он сделает совершенно другое, потому что его первая коллекция очень радикально отличалась от его второй коллекции по стилю. То есть и та, и другая, она очень хорошо передавала дух дома, скажем так, она апеллировала каждая к какому-то определенному периоду в истории дома. И в этот раз интересно, как бы, к чему он обратится и как он это, скажем так, как он эти идеи переосмыслит. It's very Taylor. And you still saw like the suit pieces, but a little bit more fitted, younger, and a little bit shorter skirts. Это для той же девушки, что мы видели и осеннее шоу, но там было больше кутюрных элементов было при этом. Потому что мини, немножко рока, но тем не менее оборки, какие-то необычные яркие пайетками вышивки. Потрясающая музыка, очень так сильное шоу и по энергетике, и по эмоциям. Очень было круто. Безусловно, бренд и дом сильно молодеет и находит новых поклонников совершенно разных возрастов. This was so strong, so fierce, so modern. Contemporary is new generation wants. Молодежная, красивая. Я жила в это время. Я была в Нью-Йорке как раз, это конец 80-х. Мне это прям напомнило все. Стиль, волосы, ту обувь, носочки. Это, конечно, для молодых, для состоявшихся девушек.